Привет, мам. Привет. Просто хотела напомнить. Написать тебе, как доберемся. Любим тебя. Неужели она нас отпустила? А нам точно сюда надо? Что там? Грузовик. Закрой двери. Что? Да все нормально. Пропали две девочки-подростка. Возможно, их похитили. Каковы шансы? Полагаю, весьма высокие. Дело деликатное, но история старая. Теперь мы ищем 12 пропавших девушек. Все они видели грузовик. Уж поверь, нас ждет не самый приятный поворот. Предлагаешь ждать? Ждать мы не станем. Мы найдем девушек только если объединим усилия. Нам нужно быть заодно. Да ладно вам! У нас большие проблемы. Большое небо.